обращение в диспетчерскую службу о факте провала в этом районе выявила диспетчерская служба, обнаружила повреждение. В 5.15 прошла команда, были включены потребители, это жилые дома, детский сад, один и одна школа. На сегодняшний момент скрыто участок повреждения. Обнаружено пока повреждение на обратном трубопроводе магистральном 426 мм диаметра. Бригада работает, техника есть, ориентировочный срок устранения повреждений на магистральных сетях до 24 минут. Управляющая компания повреждена, дежурный персонал у них есть, то есть здесь находится на постоянной оперативной связи. Какова сейчас ситуация в домах, отключено ли водоснабжение? Дома отключены от отопления горячего снабжения. И детские учреждения сами? Детские сады, школы, конечно, попали под отключение. Значит, другого варианта переключить, найти другие источники теплоснабжения нет, поэтому мы сейчас принимаем меры, чтобы устранить. И когда ориентировочно тепло вновь поступит в дома горожан? Ну, до 24 минут мы пока ставим срок устранения повреждений. Дальше идет заполнение трубопроводов 1-2 часа. Я думаю, что